Всем привет, с вами Арсений, магазин Tool Camp. И видеообзор только для лодки ПВХ номер 15. Вот. После того, как появился большой столик для лодки ПВХ номер 13, столик трансформер, вот, и потом вследствие его 13М, модернизация его, вот, поступили предложения просто сделать аналогичный столик по своим габаритам, но для лодки с диаметром баллона от 39. Вот. Почему? Потому что в лодке хочется иметь что-то большое, большой столик, на который будет удобно все расположить, все необходимое. Вот. Мы поэтому и сделали модель номер 15. Сейчас посмотрим, что это за модель, какие у нее размеры и все остальные характеристики. Высота столика полностью у нас получается 30 сантиметров. Согласитесь, такая высота поместится в практически любую лодку. Ширина столика вместе с бортиками 42 сантиметра. Вот этот размер верхней столешницы 28 на 42 получается. Размер откидной столешницы у нас также, естественно, 42 и те же 28 сантиметров. Внизу у нас есть защелка-лягушка, которая фиксирует в сложном состоянии данную столешницу. И столешница у нас достаточно легко открывается. И у нас получается большой столик размера 54 на 40. Это внутренние размеры по бортику. Вот такая вот огромная столешница с двумя держателями для спиннинга. Дальше. Внутри у нас столик оборудован одной полочкой. Вот. Газ-лифт на 120. Вот полочка с бортиком с одной стороны. В принципе, и все. Да, многие сразу скажут, газ-лифт слабый. Многие скажут, газ-лифт слабый, не выдержит большой нагрузки. Ну, я могу сказать, что, допустим, шуруповерт Интерскол весит порядка 2 кг, я совершенно его ставлю, причем ставлю на край. И столик у нас достаточно упруго стоит, никуда ничего не проседает. Итак, столик крепится на лодку так же, как и все остальные столики, на крепежную планку для передвижных сидений. То есть вы спокойно ее прикрутите, она идет в комплектации, вы прикрутите ее в том месте, где она вам необходима для вашей лодки, чтобы столик стоял ровно. Дальше, чуть позже мы сделаем видеообзор столика на лодке. Вот. Поэтому следите за нашими новостями. Если понравился столик, заказывайте у нас на сайте, оставляйте отзывы, ставьте лайки, дизлайки, что кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе событий на нашем сайте. Рекомендую.